В годовщине освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков ветеранам вручают памятные медали за заслуги. Сейчас в краевом центре проживают 33 участника битвы за кубанскую столицу. По решению городской думы отличительные знаки получат 27 освободителей, а шестерым будет присвоено звание почетного гражданина Краснодара. Вручение пройдет 12 февраля в торжественной обстановке. Тем освободителям, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на праздник, высшую муниципальную награду вручат на дому. Сегодня такую медаль из рук Владимира Евланова получил Григорий Хлустунов. Я вам желаю здоровья, счастья, всего самого-самого доброго. И хочу обратиться вот к вам с словами глубочайшего уважения, к вам лично, выражаю вам благодарность и самые добрые слова и чувства. Спасибо. Почетного фронтовика поздравили представители администрации Западного округа, Гордумы и Совета ветеранов. Григорий Хлустунов освобождал не только Краснодар, но и другие города и станицы Кубани. Он ушел на фронт добровольцем, когда ему едва исполнилось 17 лет. В 43-м записался в ряды 19-й стрелковой бригады. Тогда юноше даже пришлось пойти на хитрость. У меня зрение, близорукость большая. Не признался, сам вступил к ним, чтоб с целью узнать, где же там Петя, братишка и отец. Более 70 лет фронтовик живет с осколком снаряда в груди. В битве за Кубань едва не задело легкое. Но на здоровье освободитель не жалуется. Говорит, во всем поддержку и заботу оказывает супруга. В следующем году пара отметит 65-ю годовщину свадьбы. Помимо секретов семейного счастья, ветеран поделился с гостями воспоминаниями о молодости, военном и послевоенном прошлом. Поговорили и о патриотическом воспитании юных краснодарцев.